Друзья, здравствуйте, мы вас приветствуем. Итак, вы начали много опять закидывать письмами. Пишите, что вот, пацаны, нафига вы вот эти фейки, пока фейки. Ну, в плане фейки. Что за фейки? Что за фейки? О чем идет речь? Типа, покажите, ну, действительно, вы показали слона. Я тоже могу кучу ножиков показать, принести и сказать, что вот я наделал. Угу. Так вот, друзья, мы сегодня здесь, прямо сейчас, в эту минуту, в эту секунду, мы разбиваем эти фейки. Еще раз, неоднократно мы разбиваем фейки. Мы, Сережа и Лебедь, как обычно, разбиваем эти фейки. Мы сейчас находимся, как вы думаете, где мы находимся? Да, мы находимся на рабочем месте у слона, у этого человека, который живет, имя пропитан металлом. Человек железо, металл. Мы сейчас человек все... жидкий металл. Да, мы сейчас все узнаем, что, как он живет здесь. Вот, друзья, мы заходим. Вот это вот уже его территория. Вот здесь вот начинается его территория. Итак, что мы видим? Мы уже видим куча железа, металл. Да. Уже металл. О, рабочая кислота, вся вот эта вот движуха, все вот эти... А скажут булики. Да, это да, друзья, это не булики, на самом деле. Можно тебя, как тебя зовут, дружище? Виталий. Виталий, можно тебя на секундочку, Виталий? Что за булики? Здорово, Виталий. Объясни, что это такое, это булики это или что? Это не булики, это кислота азотная, да, в бутылках мы же кунаем ножи. А она не воспламеняется, то есть? Нет. А тут и куришь. Воспламеняется водой? Нет, а чистая. И вот он, друзья, вот герой нашей программы. Блин, ты что, красавчик. Да. Слава Украине. Героям слава, короче, не верят, все не верят, пишут нам, что ты никакой, ты типа да. Фейковый работник, что на самом деле ты просто перепродаешь ножи, а не делаешь нифига сам. Приходите, у китайцев всех, покупаешь. Всех научу, всем покажу. Не бесплатно, а может и бесплатно. Нет, ты можешь так, ну, фейк разбить вообще, что это да. Был? Ну, идем, я вам покажу, где это все да. Происходит. Покажи нам, пожалуйста. Нашу нору. Чтобы мы, смотри, вот как рождается начало. Вот, нас... вот начало. О, я начало. Я распиливал только что. Вот расскажи нам, я просто вижу лопату. Типа знаешь, как эти нары, лыжи вот эти? Да, вот, да, да. Лыжи из под нары. Расклепанный с 50-го кругляка, был 50-й кругляк. Расклепали его в пластину 4,5 мм. И сейчас мы рисуем заготовку, обрезаем, потом ее калим. Даем им температуру, чтобы Виталий, он был отшёртый. Виталий, можешь выйти, пожалуйста, да. Я сейчас задохнусь. Да, смотри, сигареты. То есть это получается один нож, два ножа, три ножа, четыре ножа, да? Да, и тут был пятый, мы уже вырезали. Да. То есть, короче, ни кусочки железа не пропадают? Получается, все идет именно тютельку в тютельку? Ну да, потому что металл сейчас дорогой. Металл что такой дорогой, что такой дорогой. Здесь. А, ну и как раз получается разный. Вот это самый большой нож. Кукри, да, кукри. Вот, меньше, вот со меньше. Шпилькой, друзья, кто интересовался, кстати, сразу, видите, вот, мы показываем, что слон тогда говорил за нож, что они реально идут со шпильками. Uh-huh. Вот, шпилька. Что такое шпилька, можешь рассказать, бо я тоже только не понимаю. Мой монтаж сейчас покажу, что такое шпилька. Не, ну это не совсем шпилька. Шпилька. Есть цельный клинок, вот цельный клинок, он идет до конца, uh-huh. До конца. А есть со шпилькой нож, это вот. Вот шпилька, вот это в санду... Это флажок называется, ну, чуть что. Шпилька по-нашему, короче, там кто флажок, шпилька, кто шпилька. Милька, флажок, то есть вообще как угодно. О, я вижу, да. О, папа, на пятую локалку лысого моей книги. То, смотри, да? Ну да, там этот ходит. Кабура. Дозорный ходит. Кабура. Короче, это, со шпилькой разобрать. О, бля, помню, короче, ай, друзья, сейчас расскажу вам, короче, движ. Я когда-то, ну, учился, то есть я учился в Бурсе на ага. Свободе, и получается, все, что я помню, нас заставляли, давали кусок именно вот металла. Делать плоскогубцы? Или плоскогубцы, да, или молоток. И экзамен сдавал так. Или молоток. Экзамен сдавал так. Это жесть вообще. Напильником. Напильником, да, ты да. Помнишь вот это вот? Так и напильником лысый, да? Ну как же, жесть. Я на малолетке так сдавал экзамен на пятый разряд, мне надо было сделать с бруска, с костыля, который в этом вот, сделать надо было на
плоскогубцы. О, слышишь, на малолетке сидел? Ну да. О. А проходил прописку? А проходил, конечно. Проходил. А ну лоховскую жилу. А ну, бля, что не вырезал? Не, вот, смотри. Вырезал. Вот, смотри, как вырезал. Ого, нифига себе. Жил, оказывается, лоховских был. Тупо вообще. Короче, к чему я говорю? Проверяли день за днем, да? Надо убрать, но он мне наносит психологическую травму с детства. Можешь убрать? Можешь вообще. Не могу, это... Ну, пока мы тут. Пока мы тут, открути, пожалуйста, пока мы зашли на время. Ну, можешь палец просто засунуть. Нет, а вот смотри, а вот это вот, что вот это такое? Последствия наркотика. Вот это вот точки эти? Ну да, тоже. Вот, тоже, ты видишь, сейчас у меня палец. А в плане последствий? Смотри, ты видишь, как рука стоит, ты видишь, как палец поднятый. Когда сгибаю, он до конца не сгибается. Все наркотиков, да. Ну, короче, сухожилие перегнило вот здесь, скорее всего. Да ты что? Ну, понял? От укола именно, да? Ты не понял, не кололся, просто один раз хотел уколоться. Не попал, ничего нет, просто начало гнить вот здесь. Пробовал сюда, понял? Начало гнить вот здесь вот. Не, ну, просто, знаешь, я просто думал, знаешь, ты делаешь нож. Не, а это... Не, вот куришь постоянно, знаешь, такой... Не, он на нервозе, сука, не получился, ты... Выкинул и опять бычки типа тушишь и вся, как ты рассказывал, тип в козырьке. Именно не работает, знаешь, это. А был такой, да, круг именно, да? Да, был такой, я знаю, 100%. У него в козырьке в этом вот такие заезды. Пропил. Тормоз, чтоб ты слышал, когда уже ты. Когда уже джик, раз, когда на залепоне. Слушай, мне стало интересно, ну может не сейчас ты расскажешь за малолетку что-то? У тебя были там приколы какие-то? Ну да, были. Я заехал на малолетку, и там главный бугор лагеря был, короче, гражданин, который сидел, вернее, который сосед мой с Воскресенки. Ну, короче, он меня там и знал, и были, короче, головники полтора года. Короче, еще хуже, да? Пришлась такая война полтора. Друзья, я хочу сказать, да, если ты встречаешь земляка, и он еще какой-то важный, ну, практически он важный, блядь. Большинство. Не, вместо того, чтобы тебе помочь как-то, да, он тебе создал. Была жестянка, да. Ну там я помог своему, короче, этому, блядь, земляку, он в оконцовке меня сдал, блядь. Я еще был неопытный, он там, а что там у тебя было туда-сюда? Я ему рассказал, что, короче, я там бил его по свободе, вот тут пошел, сдал его за какие-то чоботы, блядь, сдал меня, короче, меня били полтора года, сука, так, а жесть. В каком году ты сидел на малолетке? С 2000 года. О, ну еще застал вот этот, а вот тюляга, прописка, вот эти все моменты, да? Просто нашему зрителю интересно, нравится, вот тюляга, прописка, знаешь, вот эти все движухи. Малолетки. У нас как раз есть. А культяпку не застал? О, культяпку, кстати, на тюляге, не помнишь? На малолетке. Застал, он, по-моему, в белой потом сидел или нет? По-моему, культяпка. Ну, е, ну ты не... Не, у него, короче, погоняло было вообще другое, но у него повадки, короче, такие были, тип. Просто, что был белый тип, короче, с маленькой рукой, ты не помнишь? А, так то краб. А, краб, блядь, ну да, я перепутал. Ну, расскажешь за малолетку, да, за прописку, по-любому? Ну, потом, давай мы сейчас поделимся. Не, ну не сейчас. Не, да, понятно, не сейчас, мы сейчас вообще хотим показать. Стас 2. Выйди, скажи, что сейчас мы ролик за это вот, и потом я выйду сейчас. Ну, рассказывай, что тут вообще. Да, давай дальше. Вот, показывай станок. Это станок, вот. Вот ракета, которая, да, ну ты что, этот пулемет мне принес денег, я не знаю. Но он уже без перекура работает сколько? Лет... 10 лет? 10 лет без перекура. Вот он работает. Вот. Станок обычный, дуть не буду, потому что по люке будет. Да. Обычный электродвигатель. Вот. Ничего такого там супер современного там. Это вот просто обычный электродвигатель. Вот снимается насадка. Сколько киловатт? 3,5 киловатта. Угу. Вот снимается насадка. От чего он вообще? Где ты его скрутил? Купил. Понятно. 3,5 киловатта. На прошлой кузне у меня было сколько? У меня было 11 вот таких вот пулеметов, как говорится. 11 штук. Да. Сейчас пока один так поставили. 11 вот таких вот канителями? Да. Еще 11 человек работало? 10. А вот та ленточная фигня, что вы делали? Гриндер не доделали. Ну, хочу доделать, да. Хочу доделать, конечно. Доделан. Мне нормально это вот. В помощь, конечно. Ну, есть он разобранный. Ну, есть он у меня. Да. Угу. Он у меня разобранный по детально. Ну, потому что его надо... Какого-то кулибина, чтобы он мне его собрал, короче, этот. Это кусочек дуба, который дуба. 400 лет в воде пролежал. Это мы забираем. Это мы собираем.
Ну я ладанку себе сделал. Именно четки. А это, слышь, металл, да, летает в воздухе. Да. Вообще дофига металла. Ну понятно, смотри, тут все в металле. Это все, в принципе, я построил с нуля, ничего не было вообще, ни стен, ни крыши, ничего не было. Это все я строил с нуля. Да. Да. Где все взял, да, на мусорнике ходил, увидел, ага, кто-то выкинул, короче, мебель какую-то старую. Мебель забрал, закинул, привел сюда. И вот это все сделано с мебели, короче, которую люди выбросили ненужную. Я это все с мебели тупо построил. Угу. А это вытяжка? Да, это вытяжка. Типа рабочая? Ну да, вот. Ну ладно. Просто выше поднять, ну, пока такая вовка, ну короче, угу. Пока работаем на такое. Короче, что скажи начинающим этим ножовщикам, что надо минимально для того, чтобы начать делать, вот как ты, зарабатывать нормально? Или к тебе обращаться сразу? Да не, ну в принципе, не, ну если ты не умеешь, ну по любому случаю надо прийти хотя бы к человеку, который умеет поработать хотя бы немножко, чтобы понимать, что это такое и что, как оно лепится, все это вот как делается, и потом, в принципе, можно, ну, в принципе, каждый может научиться делать, даже каждый человек любой, да, вообще, даже вообще? Тот, который не умел ничего, он может научиться. А если чуть, ну, руки там не очень, все равно научится. Главное желание, все остальное, ну, придет. Главное желание захотеть научиться, а так все вот такой вот пулемет и все, и можно и поехал, да, да, и он может приносить. Прутика научишь? Бля, научим, если он придет в себя, короче. Ну, короче, чуть что, заберешь его на работу? Заберу. Да? Да, заберу. Что будешь платить ему? Как ученику? Ну, если, ну, как ученику? Ну, вот как ученик, вот пришел, испытательный срок, сколько ты ему? 300-500 гривен в день. 300-500. А что надо, сколько рабочий день? 9 часов рабочих. С 9? 9 до 6. Нет, а сейчас 300-500, так может я пойду? Ну, пойдешь. А когда приступать? Ну, прям завтра. Не, я люблю конкретику. Если прям да, завтра. Нет, ты можешь даже прямо сейчас это вот переодеваться и. Короче, можешь обратиться к Процику через экран, он нас все равно смотрит. Процик, ты же меня знаешь, я понимаю, что ты там сейчас в блудняке. Приходи, мы тебя там, как говорится, отмоем, отстираем, поставим работать, научим и будешь зарабатывать себе бабки. Вот такой вот пулемет, если ты нормальный толковый мастер, один-единственный пулемет без ничего, ну там с этими насадками, может тебе дохода принести, если ты в полном нормальной готовности, ну я думаю, что до 10 тысяч долларов в месяц может приносить. Ну это надо стрелять. Ну это надо быть мастером уже и так далее. Это постовое, да? Да, это чтобы полировать клинки. Угу. До десятки долларов один может приносить, но надо быть нормальным. А нормально можно и это, оттопыриваться. Именно оттопыриваться. По чуть-чуть, по-основному. Короче, все, Аполлон, можешь приходить. Приходи. Адрес мы тебе скажем, если нема работы. Да. Приходи и занимайся. 400-500 гривен, блин, я тебе хочу сказать, на сегодняшний день это нормально. Ну, не, а если, о, смотри, какая движуха. Вот нам пишут люди, вот бывает, вот ну реально пишут, говорят, блядь, шаман, помоги с работой. Я думаю, ну чем я ему помогу с работой? Ну реально, я что, какой-то работодатель или знаю типа всех, кто ищет работяг или там где-то, ну где по сути. Вот если в натуре будут такие люди, которые, ну нормальные, толковые, вот, на собеседование вот, будешь пускать? Да, кто? Легко. Кто у тебя по кадрам, Виталик? По кадрам, да. Не, ну то есть, если бы, ну, взяли бы там людей еще, допустим, ну расширяться, ну, взяли надо. Взяли. Сейчас, сколько сейчас, тебе надо? Сколько надо людей? Я сейчас в данный момент строю цех, расширяюсь, побольше делаю цех. Угу. И там, я думаю, поставлю вот таких вот этих вот штуки 4, но начну с двух, а там буду дальше, ну, достраивать. Ну, я думаю, что еще пару человек можно было взять, в принципе, ну, на работу. Ну, вот прямо завтра взял бы кого-то? В помощь строиться, да. А, на стройку. Да, ну, пока, ну, мы построим цех, ну, опять-таки, как говорится... На перспективу. Да, чтобы чему-то научиться, надо что-то сделать. Ну да. правильно. Mm-hmm. Помог это вот, я его всегда научу, всегда это вот. Я сам, чтобы научиться у Александра Лебедя, знаете такого Александра Лебедя? Знаете, мы сработали без бабок вообще. Сколько нам? Года полтора, наверное. Поэтому, чтобы научиться, надо что-то вложить, посадить зерно, как говорится. Нет, а ты с нами он только неделю начал общаться, ты уже нам 20-ку зелени висит. О, пожалуйста. Так что, граждане, это вот, знаете, не начали. Чтобы
блогерству научиться. Да. Короче, это, друзья, действительно, кого интересует, ну, да, из прикола. Нормальных сразу. Если какой-то, ну, там, тип, какой-то мутнорылый и тому подобное, нам, ну, нафиг нет, сразу, с короче. С хавой мы шкуру да. на призоник. Сожрём просто, ну, и будешь... Шо еще? С хавами шкуру на призоник закинем, да. сразу. Ага. Ментально. Если человеку реально, ну, если хочешь работать. Научиться работать, да. и ты нормально там, ну, хотя бы не олень какой-то там. Да, пишите слону пиши, в Инстаграм, Я возьму Facebook. Там пару человек сейчас, как минимум, могу взять, там, помочь, если есть... хороший толковый электрик, который, ну, вернее, я имею в виду, и электрик, и еще что-то там умеет, это было вообще нормально. Бомба. Да, а если еще кто-то там умеет там резать, допустим, ну, всегда можете набрать, у нас сейчас резчик Блуд, точно так же. Держали на поводке, мы в блоге рассказывали, держали на поводке, карабин спустили, и он съебал. Поскакал, просто, да? Да, убежал, нету в блуднике. Вот да, просто сейчас в блуднике непонятно, опять прибежит через, я думаю, не знаю, через сколько там времени, и опять будет проблемы, помоги решить. Ну и ты нафиг, вот знаешь, что сучка, бля, убежала, бля, была беременная, короче. Когда было грязная, куча щенков, бля, да, непонятно откуда, вот, бля, наш. Это вообще жесть, короче. На самом деле, ну, есть таких типов очень много, вообще безответственные. Им надо, знаешь, они постоянно в узде их держать. Знаешь, их постоянно или мама, или вот они жену ищут, там, типа как мамочка, знаешь, да, вторая. Вот такой, вот точно такие, такой же короче, был олень, вот именно буквально вот. Вообще не самостоятельные. Придумал историю. Бался, короче. Ну, то такое. То да. Хотя мастер хороший, ну, резчик. Слушай, именно, вижу, блядь, толковый. Дуба этого, блядь, нифига себе. Блядь, а где, где? Вот, ну, смотри, есть, блядь, чуть-чуть. Да. Чуть-чуть есть. Вот буду сегодня делать с них подставки. Ты так, я слышишь? Полюки. Блядь. Слышишь, а это? Показать. Не, вот смотри, вот черный. Не, это понятно. А что с него не делать что-то более, чем подставка? Это просто... Ну, да, подставка. Ни о чем, просто подставка. Подставка под нож. Это его, чтобы ставить эту, ну, на эту подставку, нож в магазин, это, блядь, то, что надо. Я могу, ну, в принципе, делать любой заказ. А ручки с него, прикинь? Я с него и делаю ручки. Ну, конечно, так интереснее же. Можно сделать и часы, и люстры, и, короче, блядь, было, ну, только включай фантазию, начинай только делать. Берите заказ и делайте, что хочешь, начиная вот мебели, заканчивая, ну, чем хочешь вообще. А там им... есть что-то сейчас похвастаться чем-то? Да. Нет вообще. А это что вот это такое? Это вот? Это, посмотрите, вчера позвонили там с войны, с передовой, попросили там, можете нам, пожалуйста, сделать вот таких там три малыша. Пару открывачек, да? Ну, да, им там именно надо банки вскрывать. Да нет, ну, говорят, что, ну, ему очень понравилось, хорошо, ну, короче, нормально работает этот нож. Ну, именно вот такая форма. Mm-hmm. Их там есть, допустим. Самая простая. Да, есть там разные формы, конечно. Выключи. Ну, то есть разные есть. Такие, такая форма есть, такая. Типа тоже сюда mm-hmm. положено. Mm-hmm. Одинаковые. Так они все одинаковые. Нет. Они все тупо разные. Тупо все разные. Вот другой, да. Да. Вот это, кстати, заготовка. И военный оставил сделать нож и, короче, погиб. Понял? Вот это его заготовка осталась. Да. Не знаю, хочу сделать, там, передать родителям. Ну, говорю, родителям. Или родителям, или жене, там, если есть жена у него, сделать, типа, как память будет. Ну, это именно его заготовка. Ну, он да. хотел сделать, ну, короче, я ее держу. Там, не знаю, созвониться с близкими, ну, если, ну, подарим им нож, короче, в память будет как uh-huh. от этого вот. Ну, так, да. Uh-huh. Погибли они вшестером, они здесь были, ну, как там капитан был, короче, их похоронили на лесном кладбище, короче. Ну, пиханем передадим, бесплатно отдадим. В боях участвовали, да? Да, ну, да. Да, погибли на передовой, о, там, под Мариуполем. Да, это что такое? Uh-huh. Это о. Заготовки на топорике тоже, да. Вот так, подожди-ка. Ну это китайский, ага, это я забрал, ну, да. форма. Да. А это уже интересная. Ты, да? Это уже ты, да? Да. Форма интересная просто такая. Ну, именно да. прикольная. Ну, не, такие... маленькая вот эта очень. Не, ну я имею в виду сама форма. Ну, здесь я добавил, как у викинга, да. такая, у меня была побольше. Ага. Здесь тоже. Что это такое? Ну не наркотики точно. Поставил пасочку под сверлом такое. Mm-hmm. Прикольная пасочка. О, а есть у тебя сверлильный станок? Какой-то? Да, вот. Вот есть станок, мы сейчас будем высверливать, потому что мы не можем вырезать. Вот мы сейчас мы высверлим, угу. потом зубилом, короче, выбьем. Угу. Да, потому что так, диаметр большой. Металл еще, короче, сверлится вот это, да? Да, да, да. Тоже стекло. Да. Виталик, да, ты? Ну, тоже где-то чалился, да? Это было
А где, на малолетке тоже чернился? В каком году? 97-м. О-о-о! Да, подожди-ка. А в 97-м, вот можешь вкратце рассказать? Что там? Что там вообще было? Что это такое именно, что самое запомнилось? Приму ногами открывали, нет? Ну, было такое. Зашел на малолетку, получил балла. Сказали, будешь носки стирать. Наказал, что стирать носки. Вот и все, и нормально потом дальше все было. А где это, в Киеве? Нет, это в Донецкой области. Кстати, а имени А.С. Макаренко было такое. Там же я и получил специально слесаря. Не, ну это уже забрала, я говоришь. Да. А на тюряге? А что на тюряге? Заехал, гиды и все. Да? Да. Такая вообще прописка. Попал нормально, да? Блин, я слышал про прописку тоже. Прописка на тюряжке такая была обычная, там, ну, да. Понятно и дурачку было, что не надо соглашаться просто на те вещи, которые предлагали там. Угу. Вот и все. А так, ну, как себя покажешь, хватит, так и будешь дальше жить. Ну да, я вот знаю, тоже была такая прописка, заходишь в хату, короче, да. Понял? Тебя тупо тип мало, тупо ляп, ну, начинают, понял? Угу. Если начинаешь там, понял? Ага. Все, ну тупо в шесть, короче. Если ответку даешь, все, братан, красавчик, понял? Иди сюда. Такая вот движуха была. Ну, в натуре мне кто-то рассказывал, блин, оно. Темная. Я зашел, темная, короче, комната, света нету вообще. Говорят, иди сюда. Я захожу в комнату, вижу окно большое, и стоят человек 5-6, и мне говорят, носки стирать будешь? Говорю, нет. И полетели по даче. Поймешь, откуда они, я не вижу. Бугры? Да, то там и бугры, блядь, и все, и санкомы собрались, и эти санитарные командиры, короче, их там называли. А эти были, что, как они? Зажранные. Зажранные. Да, да, были. Зажранные, они же самые первые стоят там за спиной, стоят и смотрят, как ты себя поведешь, наш или не наш. А где, какой лагерь? Его уже сейчас нету, это в Донецкой области Макеевка. А, Макеевка была молодец, один, да. Имени А.С. Макаренко. Макеевка, я помню. Статейники тоже были, да, по-моему? Ну, да, там были все. Мы на Прилуках на малолетке тоже. Да. Ну, я слышал, мы, за Прилуки тоже. Мы вот тоже 99-е, 2000-е. Ну, да, я в 2000-м вышел. Да. Как раз 97-м по 2000-м. Хочу показать. Ну там кто-то может думать, что мы там не вырезаем. Вот заготовки. Вот, допустим, пума будет, это строго лося. Полузаготовка. Это ты сам? Режешь. Не я, но резчик, который у нас непосредственно режет. Вот. Вол там недоделанный еще. Вот этот, который сорвался, да? Да, который в блуд с цепи сорвался. Да. Да. Вот лапа динозавра, это типа на ус, вот сюда. Можно сделать это со это, типа, ну, заготовка не это, но вот так он надевается, это типа ус получается. Ну, а, ну да, прикольно. Да. Да, кстати. А можно сделать со слоновой кости или кулису? Ну, на кулю, в машину. Конечно, я же давно хотел сделать набор целый, можно было, ну, нормально, блядь, и потянул бы бабок. Тупо набор вот так вот, можно было подарить шкатулки, блядь, кулиса, да. Я об этом уже говорил, просто же нету времени это все, блядь, сделать, реализовать. Ремень можем, ну, такой, что, блядь. Ремень, я хотел, знаешь, какие делать? Айфоновские, да. Яблоко. Понял, что ты вытаскиваешь, а там внутри нож в середине. Понял? Да. Есть такие. Ты везде. Ты застегнутый, ты видишь, как он тупо берешь, а там тупо нож, там ножи, там везде, туда, там. Внутри механизм, ты помнишь, мы делали наручники маленькие, брелки. И вот когда будешь засовывать, чешка, ну понял, здесь будут такие зубы. А там нож. Зубы будут вот здесь вот, получается. И ты когда будешь засовывать его, он как наручник, и засунулся, понял? Фиксатор не выпадет, поднимаешь, короче. Да, поднимаешь и вытаскиваешь, и будет, получается, ремень, пряжка, здесь кожа, а на конце будет нож. То есть ты можешь взять за пряжку, впереди будет нож, понял, на ремне. И все, и пошел в бой. Бля, страшный ты человек, блин. Что ниндзя, да? Ножи. А куда ты еще можешь нож засунуть вот так вот? Ремень это. О, а можно сделать вот так, типа идешь, короче, понял, там так. Ха! А, о, с ботинка, да. Вот такая вот торчит, короче, тема. И ты. В принципе. Можешь с ботинкой? Такого невозможного нет, но в принципе можно. При наличии там дополнительных станков это можно сделать вообще легко. Да? Да, это не проблема на самом деле. Ну, то есть это вообще не проблема. Да. Короче, ты хочешь везде можешь засунуть, да? Нож. Ну, когда будет время, в принципе, можно, я жалю, сделать с любой. Ты, можно даже в кулисе, ты будешь стоять вот так вот, просто зажимаешь кнопку, вытаскивается кулиса, а в кулисе будет нож, прям в кулисе. А в очки, короче, маленькие ножички. Можно, чтобы только проебал, раз и ухо. Ты идешь вечером, тебе кто-то там этот, ты хупа маленький ножичек. Фу, сука!
Ну, везде ножи. Выкидушечки. Видел, да. У особиста, вытаскиваешь. В вот принципе, вот, видишь, а у него, прикинь, ножичек маленький. И такое, что артерию можно вообще на легасике вскрыть. Это как в мундштуках делать. Да. Можно куришь, в очки даже засунуть. Ты через него куришь, никотин через него проходит. Но там шило. Там шило такое, ну, да, шестигранничек, да, типа, да, такой. Да, да, и да. Ты, если им бах, он попадает, начинает загниение. Да? Там может кровь может сразу, заражение крови может, да, быть. Гематома, да, ну, короче. Как у слона вот этот. Это же божья коровка. Тебе больше погоняла, божья коровка. Да нет, они же маленькие. Короче, пацаки, я понял, вас надо отдельно этот самый, с вас по истории про малолетку вспомните. Вот там культяпка, прикинь. О. Культяпка. Виталик, расскажешь какую-то? Историю? В следующий раз. Ну, что-то какую-то, ну, да. Может, с тобой что-то случилось. Не сейчас. Да. Подумай. Ну, может, что-то вспомню. Будет интересно, знаешь? Вспомню. Да, мы что-то вспомню. Потому вспомню. Что мы чуть позже сидели. Да. На 2 года, чем ты. Да. Поэтому у нас... Говорят, что в 97-м еще, было еще... Еще пошло. было, да. Да. Вот. То есть мы уже, и уже на спад и шло. Вот уже вот и шло на спад. Ну, Юра вспомнит тоже. Я что-то интересного тьма, сука, у нас. Меня жестко. Сразу. Я даже не понял, за что. Сами менты меня отмашили так жестко, блядь. На будущее говорят, чтоб слушался. Ну да. Слушался. Наперед, конечно. Наперед, да, вот авансом. Так дали. И, а вот это вообще, ну, то есть, я его держу, не знаю, ну, так это тупо нашли его, короче, он в земле лежал. А, это 44-го с войны, да. Короче. О, да. Так у меня такой типа был, короче, понял, я ж его, слушай, я освобождаюсь. А знаешь, посмотри. Это что это, штыкнулось? Да, пролежал штыкнулось. В земле там, вот это, сколько там, 44-го года. Ну, есть вот такие, их на самом деле очень много, ну, они да. Не сильно ценятся. Да нет, да. В оригинале, в хорошем состоянии, если да. Он 44-го года, я тебе знаю, сколько он стоит? Ну, баксов 500. Нет. Я тебе говорю, что... Да, ну, нет, если в оригинале... В оригинале у меня, их много, именно польские, понял, в Польше делало много. Я тебе говорю, оригинальный наш. Когда она была оккупирована. А, именно наш. Именно... Украина. Украинский? Ну, да, Советский Союз, там Украина. И он нормально ценит. Это мой став. Слушай, короче, вот такой вот, такой же сам. Она с этими, с военными на развод выходила, кстати. Угу. Да, она находила вы ее. Какой развод, объясни. Развод, это когда построение, все там чик, раз, всем дали задание, кто куда, на какие объекты идут, и пошли, она вместе с ними чик. Ну да. Когда все на построение сидела, раз, у меня даже есть видео, могу там сбросить. Нет, не надо. Построение было. Ну, это этот самый. На твое любимое животное похоже, гиена. Да. Раскраска, да. Это такой бультерьер, что ух. Она у тебя тоже может? Меняет пол. Сама себя подотворяет. Ручка раньше, копа чикс там, блядь. Ну погоди, бах, волк, бах, зай. Красивушка моя. Она кусается? Блядь, кусается. Ну конечно. Это сейчас не тронет, а вообще, ну такой охранник, что, блядь, просто... На бумера похоже, да, кстати, есть? Моей Геры, у меня дома Стафиня, у меня 2 стафа дома, моей Геры дочка. А, так это девочка? Да. Бля, бумер, кстати, Серегин, бля, да. Реально. Вот такой же, бля, только чуть-чуть раскраска, ну, тоже такой пятнистый, ну, такой именно. Кавалер, короче. Да. Ладно, шо, фейк разбили, показали. Да, пацаны, мы вас не обманываем, мы говорим только правду, и если мы говорим за слона, что он, ну, тут видите, на самом деле, с каким этим позывом он говорит за ножи. Человек, который знает полностью все за ножи, он считает себя самым, ты считаешься самый лучший ас, ну, вот, что по ножам, самый лучший. Ну, по скорости, не знаю, как самый лучший, но по скорости и по качеству можно посоревноваться, нет. В принципе, с каждым в Украине вообще. Учитывая, что я смотрю передачу там между молотами и наковальней, там... За сколько ты можешь вот так вот, ну, допустим, с заготовки выкинуть именно уже готовый? Вот, вот с этой канители, вот с этой штуки вот сейчас. Ну, ты если небольшой нож, в принципе, за 3 часа. Бля, аж это ж гиена подорвала. Неправда, потом. Думаю, надо уходить. За день я могу 3 штуки выкинуть легко. Ну как, не легко, ну в среднем. Не это вот, но 3 штуки выкину. У нас ручкой уже все именно готов полностью. Под ключ, как говорят. Да. 3 штуки сделаю в день.
Так давай про это как-то сделаем такой движ. Вообще легко. Я же вам предлагал, говорю, я как только перееду туда, Можно марафон. Поставлю веб-камеру. И кто быстрее. Я вообще хочу создать такое же шоу, типа, как в этом, в Америке. У нас, знаешь, ну, типа, Украина Моя Талант есть, там, то есть. А вот, типа, соревнования между кузнецами нету такой темы, понял? А ты что, кузнец? Ну, конечно. Ёлки-палки, что ж ты морозишься? Вот, вот мое горно, смотри, выходи. Вот горно мое, вот. Это горно. Ты научился, да, сам уже? Ну да, да. Вот все-таки температура здесь, там двигатель вот стоит. Ага, нагнетает. Нагнетает воздух, да. И температура там до 5000. А наковальня? Где? Наковальня в данный момент, вот она. Ну потому что работаем с позывом. Гантели, тупо наковальня. На гантели, да? Так купи наковальню. Да наковальня есть, просто сейчас здесь она хуже с немцем. Да, там где штык нож нашел. Кости вытрусил с курточки. С немцев. 100%. Ну и так, друзья, все, в принципе, не будем вам забивать мою голову. По информации касаемо работы, действительно, кто нуждается, кто считает себя, что нормально здравым, хочет научиться, нормальный пацан, который хочет влиться в эту прекрасную компанию. Именно да. Прекрасным. У тигров. Компания тигров. Почему бы нет? Легко и быстро. Вообще, ну да. Почему бы и нет? Главное быть честным, трудолюбивым. Это самое главное. И пунктуальным. И иногда. И пунктуальным. И не накручивать себе, что они там не врут. Короче, парни хорошие. Да. Мы всегда все должно быть в понимании. И, короче, не обманывать. А, это с вами вот тот третий был, да? Ну да, блудитель, вот блядь. Блудитель, который сейчас уехал, где-то блудит. Ну. Можешь, короче, передать ему привет, скажи. Вдруг Коля, он тебя увидит. Если ты не как я тебе написал, не перезвонишь, что в этот раз, когда я тебя поймаю, блядь, я, сука, на цепи будешь до конца жизни сидеть в подвале и ебать ручки пилять будешь для всей Украины. Бесплатно. Бесплатно, блядь. Это я тебе передаю, блядь. Посмотри, сука, блог. Я пока я хороший, блядь, штемп. Я всегда, блядь, помогу всем. В принципе, всегда. И ему сейчас опять я помог, куча, не буду объяснять, что именно, потому что самому аж стыдно, блядь, ну помогал, блядь, сейчас в оконцовке он опять съебался. Первый раз съебался, я его пожалел, но сейчас, если я его прихвачу, я его, блядь, не пожалю, переломаю, блядь, напополам. Привет, Коля, блядь, так что посмотри видос и, блядь, перезвони, потому что я тебе потом перезвоню. Спасибо, всё. Будь добру.